Всем привет, вы на канале RemPlay. Мы продолжаем играть в The Isle. Играть будем на сервере Age of Dune. Сейчас посмотрим, если мы попадем на первый, то на первый. Не попадем, пойдем на второй тогда. Давай пробуем, залетаем, если получится. Онлайн очень большой, высокий. Так что даже не знаю, пустит нас, нет. Смотрим, что произойдет. Что произойдет, запустит нас на сервер или нет. На первом сервере у меня цератозавр. Да, мы заходим, нормально все. Соответственно, начнем за церочку сейчас играть. Кого-нибудь покусаем. Она у меня около порта. Вроде как бы. Да, что-то долго прогружается. Ну и что, и все. Не, вот зашел. Долго грузится, конечно. Так, сейчас разлагается, распендюрится, во. Но у меня около порта, соответственно, в порт мы не пойдем, потому что мы одинокие. На нас могут напасть. А пойдем кого-нибудь искать, какую-нибудь жертву. Найдем жертву, будем атаковать. У нас тут, кстати, рядом находится гора Трайков. Как вариант заглянуть туда, потом на яйца еще сходить, на мутные. И это все у нас рядом. Так что будем потихонечку продвигаться. Подхожу к горе Трайков, я слышу там травоядные. Сейчас посмотрим, кто там. Я слышал терку и слышу стегича вроде как. Посмотрим. Да, вот терка. Но если они все адолты, соответственно, они нам не по зубам, но мы глянем. Вдруг там есть слабое звено, да? Хотя тут, пока они меня не убьют. Не, терка маленькая, кстати, я имею право ее убить. Стега как бы тоже вроде маленький. Потому что я не третий тир, я живых могу убивать. А почему бы и нет? Давай их, ну, обоих выкосим. Ну, они мелкие. Они вроде как бы мелкие. Хотя стегича долг вроде, хер поймешь, короче. Опасно. Но терка точно маленькая. Стегозавр. Нет, она вроде уже долг. Или нет, или мне кажется. Мне кажется, или она долг. Не, она не топает, она не адолт. Или адолт. Хер его знает, что-то я не пойму. Как вы думаете, она адолт? Да не, вроде не адолт, она еще мелкая. Рост на 60% может быть. Стегич, ну, вроде тоже не адолт. Не, стегич адолт. Нападем. Чтобы по красоте был. Блин, бегает вроде бы. Не, адолт. Мне кажется, адолт. Или нет. Да пофиг, давай на нем нападем. Вот это поворот! Ну, убил меня, убил, но я ее ранил хотя бы. Но она вроде не адолт. Или адолт, но не фуловый, вроде что-то, ну, она как бы маленькая. И хотя хер его знает. Ну, ладно, продолжим дальше, да? Пришел на северную реку. Активировал нового цератозавра, соответственно, пришел. Сюда я вижу комару, и около комара кто-то трется, кто-то мелкий. Это походу ютки. Сейчас, наверное, будет
жесткое месиво, да, я думаю, давай, а что? Ну, две ютки там, в принципе, не так-то много их. Против одной церкви нормально. Ну, а что, сейчас попробуем с ними. Ну, фейтанемся. Я думаю, они тоже не против будут, потому что их две. Если бы она одна была, другое дело. А с двумя-то можно попасть, я готов. А вы готовы? Приятного просмотра. У них на трупа вроде нет, да ничего нет. Да, это ютки, да. Церковь, она поворотливая, такая же, как ют, так что особо-то они не зайдут в жопу. Изи. Все, я... А что сейчас не произошло? Одну я убил. Одну, это комар, что ли? Читай, нигер, читай! Ну, опять, что ли, банда ёшкинга? Я не видел. Ну, вот тоже, да. Ну вот вы же сами на прекрасном, ну все видите, то есть я шел оттуда, я не видел боя, у них не было боя, ну они просто бегали тут ютки. Ну, и сейчас, ну, накатают, ну, репорт и по-любому, блядь, ну опять на ба. Я сейчас расплачусь. Хер его знает, тоже вот такие ситуации бывают, у нас был бой. Ну, предупредили бы хотя бы тогда, что ли. Ну, да ладно. Было и было, да. Если чё. Блин, ну я думал, я его перекусаю, конечно, но не получилось. Лоханулся, конечно, прямо жестко. Можно было спокойно его убить. Без проблем. Но он, значит, уже сабадот, получается, если он меня убил. Может, простой сабик меня бы не убил. Ну да ладно, что. Минус, еще одна церочка. Пришел на Титан, только что слышал Гигу орала. Гигантозавр, вроде как бы адолт. Ну, с Гигой-то нам не тягаться. Может, там есть сабик. Мало ли. Это уже третья церковь, то есть. Две я уже просрал. Это, ну, за церковь как-то не идет мне вообще. Она вроде крутая такая, мобильный урон, все есть. Но с Рексом, конечно, тупанул, бывает. На перекус он выигрывает. Зато узнали. Да, там зухи орут, тут орёт все. Орут, балдят. Да, гига-адолт. С адолтом мне не тягаться, соответственно. А вот Зухича я бы покусал. Ну, адолт сейчас, наверное, уйдет, да? Ну, у Зуха блит хороший и урон. То есть тут надо... А, это Барик вообще. Барик и скорость отличная. Так, ушла гига, нет?
Да, да. А. Че, попробуем, да, Барик-то? Осилим, не осилим. Ну, а че, нет, Барик, можно? Церковь, по сути, довольно-таки неплохо крутится. Я думаю, вряд ли Барик в жопу зайдет или что-то сделает. Только я переплыву вообще, нет, что-то я махнул, не подрасчитав. Сейчас еще минус церковь, да? Не, ну должен, у меня еще воздух будет. Должен переплыть. Ну, у него скорость, ну, 41 у Брионикса. Соответственно, мы его только на шифте догоним. Если он без шифта, мы на шифте. Нет, доплыву, доплыву. Гига в обход пошла, да? Ну это мелкие хачи. Их-то трогать не буду. Вот с этим-то я бы повоевал. Но мне кажется, он меня не будет атаковать, не уходит. Не хочет он, да, со мной? Вон зато там это зуб. Зато Зухич вроде есть. Брёникс не хочет. У меня уже выносливости нет там за ним. Грябать постоянно. Кстати, заметил, церковь что-то больно быстро регенит выносливость. Она же вроде как Карнотаур долго должна регенить. По крайней мере, раньше был так. Сейчас смотри, как регенит. Ну, как будто дьяблик какой-то. Ну, и, или трайк сап. Очень быстро регенится. Не захотел. Брёникс, видишь, от нас уходит. Но плавать мне за ним вариантов нет. Хотя, смотри-ка. Хотя может и прокатит. Все посмотрим. Ну, видишь, обратно попал. Не хочет, но он со мной потыкаться. На меня мелкий, ну, напал еще. Но я его не трогаю. Не хочет он, видишь, уплывает. Зараза. Брионикская зараза, да? Ну там еще кто-то, ну, орет, пойдем туда. Не хочет он. А как он плавает, я особо не знаю, за Брионикс. Не плавал. Ну там еще кто-то кряхтит, ну тоже вроде какой-то Брионикс. Пойдем прогуляемся, посмотрим. У меня уже голод, да. Главное, на гигу не нарваться. Она, наверное, на гейзера пошла, мне кажется. Ну, это кто? Ну, это Брёникс или Зуха?
Зухич очень опасный противник, надо действовать аккуратно. У него блит хороший, урон такой же и вес такой же. У нас только урон, а у него блит и урон. Но у нас еще плюс на мобильность, то есть мы поворотливы. Опять посмотрим. А у них что, трупы или нет? Ну это духи два вроде. Трупа у них вроде нету, да? Никакого. По крайней мере, не вижу. Но у него скорость на 31, то есть у него мелкая скорость. Они от воды могут играть. Я не знаю, я осилю Зухича на перекус. Нет, наверное, нет. Смотря какой. Ну, фуловый или не фуловый. Ну, тот он раненый, походу, или в АФК режиме, да? Не ведется, не ведется. Но он меня даже ну, на шифте, наверное, не догонит. Ну, давай попробуем, да, разочек. А почему? Вот так вот. Ну опять церковь просрал. Я хуй знает, как их убивать вообще, блин. Они что, бессмертные, что ли? Не, ну жесть, это третья церковь уже. Давайте на этом и завершим, да-да. Я уже их перекупил целую тонну этих церквей. Тут прям вообще не идет, я не знаю, вроде все по красоте делаю. Вроде в жопу захожу, довольно-таки много укусов я ему дал. Очень много дал сейчас укусов. Почему он урон почти не получил? Неизвестно. Может, конечно, промахивался, но вроде бил в точку. Хер его знает, но церкви это не мое, 100%. Всем до встречи, всем пока.